Ағыз салалақ, аламай маған күміт, аларен тақсан, алаға жебетін сұрдығынан сылағынан сұжайды. Ол ата сахабы түсірігер саңа хасырды үйіне. Онан жа бүгін күйіңе хасырданғы әрдіхет көрәчілер бітері яқа істің әғарды болуқтың, чәбдіктік ұхуқтың, сәргәқтік тұрың бігені кітті саңа күні бірге көрсін. Онтон жа білеген үгіз көрәчілер біт, үләға үйраққа ұстанары үксіл бұйығыр қомуына үміне уанатын сандалы тұла бар жандырын кітары сылас чей сіпсірен, сіпсірен сарсырданғы ағылықтарына хелір болуқтақтыр. Бігі еқі, еқі, менеге сіңемтелі ағы бағаран тұрамы жа амтан ден рубрика бұтығар соның білуді ұрысығын үлестері олар бұтынан жа қаптағастан, сібеге қаптағастан құрден соның білудені қағайкалар сұрынарға кетейін. Бүгі ғасырдынан күнді телевизоры көрекшілер. Бүгін мені еқі қаптағастан құрт астан көддіреуін. Манына бігі тұттығыт 300 грамм қаптағас, 200 грамм сахар, 100 грамм сливачный ары, онына 3 сымыт. Білеген қаптағас бұтын бігі блендерінен мәрі еқпет. Блендерінен қаптағас бұтын мәйді бет, білеген де миска бұта бұт. Сахар бұтын бәбет. Оны бұл 100 грамм сливачный ары бұтын бұта бұт. Бұл құтан бұрам мұнтыға бұтын же оққо орғыта бұт. Хақара ұлғыр бұл. Сымы бұтын білеген білемне бұт. Наға күске бұл батақ бұл құя бұт. Наға сливайда бақы. Ақымы бұтын білемне әті бұт. Оны же білеген арыты ұлғыр бұл орғыта бұт. Қыратық сойбыт масса бұтығар сымып бұтын бұтанық, олық қыралан, құта бұт. Бұ крем сөйінгі кремден депінші, маны бігі қанды барар торта, бисквиттерге, маған келебі күтті қасырды еқатын өп, тұспа білуді болан бұғырдық. Холодильнікі үскен тұр орағат, түйіп арыр тұрар, онына ұлалағат түйіп арыр еқатын тұтты оқыдыңсы. Анығызғы берелерге Мария қағайкаларға тортастан көрдіреуға, онын же амтан рубриканы көтіппәкке кетәрін. Аз тұғынан кепсеп бітші, аз сөлтеметігер кірбітші, әтияғы бағарылылар сөпкі аттаран бітеміне ғымтілағы ағыр кейі күстәғ, уақтағ, оғанна дұровы болар ден мәніға әппеттер. Маңығы қатты білген спортсменнар бұйтпастығыз бұтчыңна, құз бұхайдар қаяндағаны асқа болғымты ұрар болдылар. Оны оқа бігеге бүгінгі ұлжыттар бұттан оны өсі тоғылаған, кемелер сетихілі, үйірілі сұнанларын үлестіяңын дейінің ғарабын, бүгін бігеге ұлжыттылар. Саха Республикатын үлтімен сударысының мұнияған тұтуыға, оны коммунальны қағайсыздығыға сіз кемітет біресі дәтілі. Мәңі қаңаластан бір мандаттағы құрыптан жоқыта, Республика төлі ақтұтачыда Александр Романов, дәсірді болықтың. Мәңі қаңаласылығын байғыт ұлға сұхынығы агентствотын салаячыда Дмитрий Тиханов. Оғанна мәңі қаңаластағы ұқсалла бұғымайғы министерсіветін салатын инспекторы Вячеслав Окараков. Жәй әрбәттерге еққа үті ғасырдыны бағары бұд. Оғанна бұ сұтырытағы та, ағыя қонықтағы та сақағыт сіргер күйік тәлләғ, үйірілләғ сұнына қәлігітті. Оқырдық жә Польшаға оған тұрды сүгілін ұтылы бұд нұротты үйкарыларынағы отоқсы ғачылар күріқтерігер бігі олаттар бұд бастан тәңнәқтерін бұл баққалар жә әтергілі сақаларын жонығыр үте қонынна қыларылар. Оның жә бігі қымағанды бұд салай әтшіті болар Александрдан әйдеқпін бағарабын. Күріқпет жә тоқ қайда қастай Польша ден олыс әтергілі отоқ суға ұраты қоғыз сіребітті. Қайдақ тоқ күріқтегі болмасыз? Бігі 4-5 жиғылаға барамыд Белостоктен қораққа күріқтеген кәлі біт. Оның тұқы бұд болдыған аттан күріқтеге біт үрдіақ кейіндік тірілді біт әбіт. Тары еттәққа бігі Польшаға өші 2 табарысты күріқтеген орды бұд дұбаққа. Оның мен сүйтбе әтті 13-сағынан көйен қотан кәлі біт. Бір ұтығынан 2 қобаған дейбіт. Оның өпті біремеді өпті өспеттерін бұйытынан. Оның әтекпін бағарабын бұл Бетеслав болан республика кетігілілі чемпионы, отоқ сұғы бар. Димитрий емі республикаға бастығы жібіті. Олығын болдағына оны бардың білгі қол болмыд, бара ғырытты бұд. Манна бұл Димитрий Иванович болдағына тоқтабыттыра. Бұлырың баранлар
Россияға бастан келіп бітер командана. Әлбек район кітті бітер, Урал чоғығыр болып бітер. Оғы жандар болар белорустары бесселілер. Онтын Белорусия команда тігір баранлары мей болырын күріқтәген келіп бітер. Оғы жандар Польшалары көстенлер. Бұйылғы күріқтәге үңіріл бітер. Олығын баран келді. Аға, көрдік сағаны бастыңтан бастыңдар сүймәдінен бар бұдай кетті. Мен Дмитрийден етіқпін бағарамын. Күріқтәге отық су тәден осайынан қайда қара әттәққатын наға спорт дүкіріңі болдық құрдық, бұйыққа үгес жарық құрдық өйдінірді. Онтың бұл нұрыттыр кәрділерін аға тағымға күріқтәге туғары бар бұтыр опсай бұрабыла барды, әбетер кем бағала қайдық барар кеттір қақтақ. Басырын тұрған, мен әтекпін бағарауын, мақтал тұрларын, бейгі бұл күріққа тиен, хақауыт, үлгі жонын тірейін, көміз күл бүтігер, бәйбет нұру бұғытынан ұраты бұтын күрдіру бүтігер, бейгі қық бір біттергер, Илдархан, оны президуа жағалтадың қалай ашытығар, Крюс Степанович Куприяновқа, оны бейгі ұлғыз бағылыға Никап Көрістарастенға бүтігінен туған мақтал бұтын кердебет. Ату күріқтегі кіржік условията бейгеттен ұратылақ, ол бұра бейгеға әме сұлына айытылдар көйледдер. Ол күнан баран бейге 10 час оқсар өп болақ бұтна, кенілер үрді ақыл ғасқа бұғымақ ұсловиялы ақтар. Ол күрдік 100 метрі ұсталағы, қаманданан 2 оланғын оқсы оқтақын туырата 100 метрі. Оның кем түргеннің? Туарата үз ұғына сүйі берін бәлілер, манайын төхі беремінің ұқсырғын күрділі ауын. Төхі жөнде қайсылақты ұқсып күнан. Қайсылықты мекер өлілер де? Туға тақсар, түмге тақсар. Оның бігеге екес месті болыр әдесті бүт қамандына. Аға, жүгейде. Де, мен Вячеславтан бір бөпростағып үйтікші құтурдары әйе қатып тұралырды? Құтурдар бұтын бәйбетін жар бұппыт. Үс құтурда құр бұппыт. Атак құтурдар бұтын бәйбетің тайдар бұт тұңар олар. Бәйбет жоң бұтте. Бәйбет тайдар бұт. Титті тәуі шоқыр көп онында, Василий Титті тәуі шоқыр көп. Кендер сұтығылан, ұқын оңырын берелдер атак. Кендер құтурд Атак бейіні олда оның туына не албанына. Бейіні спираль күрдік барам де. Кенір-кенірі бейдігі әтерділден кәмелерді. Хомучик болтыны не тұттыр алдар әбет. Оның дұсқа да мәтін кенір-кенірі. Олады тұтағатын дегенде? Дұшқа дейін бұл. Қолығыр бейіні де мас тұтақтақ болғаны кенір-кенірі қайдаға біде? Кенір-кенірі Жәттөте мен марын әйгіні күттары көпсетеге керер бәр әтпетім. Асқы өлге ұлғам болғамты ұра бүттен. Әйгітті бұжа әме саға жонуғар бұппасығыз бұтшығына құз бұйдар аттырғар хембе керер болақы әтті. Әйгі асқытын өлгізің қайтақ жетерінен ахан сені жағады. Туға ғығыды. Бұл саға жонуғар болып бұйтынан төрі асқытыттан экологический чисто деген ұшылы әттәққа. Бәйбет ұнақ сөйі үйтәбет, сылғылақ бұд. Ол ең кенілерінің бәйбетін қашының ұрғы өттен. Әттен оны ұтын құлыбыра тастан кері ағы құлыбыр мен оғылырғы оғылы бор болуын, жүгіз жұмбор болуын, олық ағаяғы ұтыққа ехатығын, сиенде ехатығын. Құлыбыра әтті мінесті болуын, рас әтті напитакта болуынлар. Төрі тақсырыптан бейін. Тілінің тақсық тақ бұтен қайды. Әт ас, үрін ас, мен ер болық тақы дарағыды. Онтың жа, әйтетті кетті, Россия регионлары күтталылар, арас ойдылар күтталылар. Ол аты бірген техника түхе дағаны сайды бұт, үйеті болылар. Бұл қайын бір отық сұтын қайда дойдыға Россия регионларға өрі тұтар болықтыры дей? Дәйін отынан оқсор өргенлер хим балылар дейін. Олық барада бол батар күлдіған оқсорлар өрді. Просто әті маңын тілді біздің күндік ары атын. Біремеді күлгіз бігі күндік 10 часқа оқсы баттар. Оның шәті екпін бағарымын бігі бұғы жәмін бұ Димитрий үңіртата. Белорусия қамандатын, Польша қамандатын, әйім кәлін бігіға күттін де. Оның сақа етім сақтың өп деққа. Бұл құлдық болды, бар кәлі еқтәрі болды. Оғының оқсуыны бұры болан көрі өп бүтті. Тоғы дейдіға кендер маның бейт түхіге оқсолылар. Бейт түхі маның 300 метрін.
Же онна бу түгенге мен бу алыс этергерли манна тукрахты хитен калбиджон кубактах келечилер. Бүгүн бу от оксачылар болонар киндер от котур сытылыр брус тенер болади. Брус формалар бу курдук алыс эрекес онна от оксубуттарын тухулур бу курдук же от оттох кергеллер алыс жүгө кубактарын тутан алара бун. Уонна бу Александр Романов же диплом ылла ола бетер кени камадан таанын үсү бейтеме кирсен бирдилен кирсеге бастатын. А он же яхами из тинга гадды болохтон саха жонун бихикарачилар битнататтан он же бу бирдилен кирсиге тух эми туспа брабла барду эбетер кайдах бен кытынны ну тон туга хурда хулгас метерети кулгатан берелер бит он тон отут хамандатын бирдики он то кирен кытынны мен жигер олок оннук оксон бен ханабатам гана баран олатарым котудыры чөйбек боланатта тоонна гаджамын кахи ва валла дебатта кастеме токтурюн киси битере онно уже көрө хеджамын кайта оксолдорун чөтөкөрү ятынды оксолдор беге манды кендин далайын оксол боллак бутна кендер манды хистере көнө дилерден оксолдор ону көрө мен топсарам белбетинде жан хачы ва отурга яха истигник мактана бу бүгүн ажитти келбекетер ону билден туран индикеге ситилери барабын коннокто оксоочу атындан сахагыт нуротун эстедагыны атырда турун ден баганалар бүгүн ден же бири битин салгы хайын билиген кылгас рекламный токтобулга токтон айыкпыт ол кенне эхияханан саха телевидениетыгар саңа сезонга тох саңа берилер саңа ыдачылар бар болаларын биги ылжыпыт эхияха тоулан кепсияга уонатта билен туран сахабыт сиригер билиген күн келле ола бетер аяр куттар жоңго биреме ураты кемине онан же тарбакка батынар талаанак жомут бу күнү кайда көсөнөрлер эбитиден ыйтыгы коллегалар бут улустардан коллегалар бут бияка кепсен ыдыктар онан же бигинин бирге болуң бүгүн балаганын 14 күнү бенеденлик саңа кытыспыт көрөчүлөр битигер эсибилде санатабын бигиттен канна даганы арыксыман кылгас реклама кенттен кирсек бит саңа сөздөрдөн ыкытары сахабыт телевидениетин бехеники сезонун бары бирге сагалаатыбыт же бирибит бастыкаң арыгар сөптөктүк ахан сен уонна отчуттар этен от оксоочулар этен аспыттарын курдук төрө түгестери өрө тутан камсанар имсенер кихи ухун үйэлээх буолар ден мээнага петехтер онуука же бихиги келер бирибит жороя агу хунускаарын саныгар уларбыт саха асысыр үтүэлээх артыыха народтор догордугулара орден кавалера Спартак Иванович Слепцов ухун үйэлени кистеленген бихиги нюрбатага коллегаларбытыгар арыйда онан же салгы сижакка карио көмүс күн күлүмүрдөн турар ураты уягыс кемигер балаган ыйын 9 күнүгер тыйынчы 935 ыллаакка чуропчулугун баксык нелегер Спартак Иванович Слепцов күн сирин көрбүтө кини үрдүк атын нюрбалар кен тутта аттыылар Спартак Иванович же кергенинен нюрбага көйүн келегиттен берин илаакты күлөлөбүтө ол курдук 1969 ыллаактан нюрба судаарстыгына көө сылжыр театрыгар сүрбеттен таксасыл главный режиссер дабыта отойчу манна театрга спектакль болтуроран билиң тааныыллар жаннар мен буланар жеретим кененкитте манна чугастыын антоновкага тыаганар онтон утуян келебин автобуска наха хөбүлүретим она абагылак сундук оннук манык спектакльдери комедиялары ачыкка хөбүлүретим кенники сылларга Спартак Иванович Слепцов салаячы быгытынан сатабуллактык нюрбатагы телестудияга үлөлөбүтө олуктоок телевидение атагар туруутугар кени сүңкен кылаты келер бит кийиннен болар ыдачы да быгытынан көрөтчү бийре билен кайгалын ылын ылбыта каникулда келекбин ыык белеме ооба папа кола элдер паркага ооба папа лелиджеде оны каанда кылайдым да дечи да всегда вот очень был преданный своей работе очень любил вот свой театр потом же он работал еще в телестудии он это вот эти все у нас вот эти вот некоторые архивные документы вот где подснимал он у нас все сохранилось он папа на все блюрит угладжер это гулар это там ада будет на нельпахты биллер это он ищен джерет это минул лыбын кине табанан он ищен кеники даже дуэктер дуэктер был Спартак Иванович кергене Розалия Никаноровна өлөхмөттөн түрүттөх нучек гыга саха уулугар керген таксан билиген сахалы эре саңарар нюрбаны киздойноңостон таптаан маннолорор кини ссрс бочоттаг доонара сыгына бетерээни Спартак Ивановичтин ыыл буолан бирге сүбеннен 4-9 ыл олорбуттар
бейлерин үтүү кулубурдарынан оголорун ийтен, жоһун үлэһин жаныңортон, билигин үгүс сеннере, кос сеннере уйгулаг олохторун утумнуллар. Оголор бунан, ону сеннер бунан, ону аймактар бунан бүкірдік альбом тағардым. Сеннер кендерин, хосиноти аймактарын, племянниктарын, покровскай дыргабарларын, барыларын тоху түмәмедеке олым оңырды бұл жебетегер. Оны төрде бұлағына бар, тоқайда тоқы ақты қомы еғеджабын. Джон бары ұтықтыр, хубастыр кейлері, сақасысыр үтелі ағарттыға, Нороттор доғырды ғулары орден кавалера Спартак Иванович Слепцов бұйыл ағығын үбілейдәқ сылын толла. Кені үлілән аспыт үлеті, чағылқай олығы, үгіс сеті хейті, әдер көлін әтчаққа мәлджі үте құлабыр бола тұру. Сырдығынан сылағынан сыжайар саңа көміт сеті хейләк болын. Күхін жа айыр тұтар күттақ жоңғы әлбағы берер, әлбағы әрендерер, ейгі күстірар ұрыдыкен болар. Ол дейін болу, бігі берілер бітігер, бігі күхіні берілер бітігер, ордық айыр күттақ жоңы арыя бұд. Қолбыр бігі келер сюжет бұд жоруя, намнаға кәлі бұд Нүргені Романова үп бұд сюжетігер көстер, үтік сағы үптеммет ойылыр жүйінер искусствоны бағала бұд Федор Павлов болар. Бұдығынан салғы сюжетке көрі Айыр үлі бұланға сөйдері өсі қырачан сағаттың ұмсық ұппытын ақта саныр. Бар бұйын көтіған әрі ол сағатын көйбаққа, оғанер оңыр бұт ачақ мағылар ұран ұтар әтімдер. Бұ өйгір санатығыр қалбыт күржауыз оғанер ұолы бұлыққа сірге дойдығы сығыр бұта. Итік әмдерттен әті айылға олары етігар, қаллан тұруғар, отмас кәретігер сөйдер интерехі кәң әбіті. Бизанам ондук духясна яктанам. Кергене Екатерина Павловналын художественный училищега үернер сылларга көрсөтүптөрө. Кинелерин тирестерин урухыра болбакка спорт абылаңа эмне чогу хаппыта. Федор Арметтин келетигер догордуу сыгынара ырас тапталга кубулуян ыал болбуттара. Бехин 2 сыл тапталларынан кынаттанан истин сыгынарынан угуттанан олуролдор. 1969 сылтан сөбүлөр жарыктарын идең остон намнагы педагогический колледжге устужондору урухуйга живописке хуйбуттара. Келин Екатерина Павловна намылуугар художественный музейтерен директорынан үлелебіде. Жоқа бар, мақтанабын. Ортыды үйдіге олық бар сөйдерім күнді бәләк бұйытынан келбік кейден. Хен алыбын. Бәті тұммай кетінен, хенгілетінен әр тұрығымна ғас кейі. Әлбәққа өреттіға тақайдаға де. Онтан Федор Федорович кергенін кәрәмесуінің үгіз ұрғыдырғыр түмпіде. Күндітік саныр же кергенін қолыстаға түйәрбет қартығын атынан білгенлері. Үз күстақпын, ағыз сәнді ақпын ағыз, бес қасы. Құны бұлғана бұлға күн бұлға, орты күн бұл таңыне. Бұлғын ғамы керек үспіт бұл тәпсен әлісі. Білім бес оғылақ. Екатерина Павловна айылға алғысшыды. Исегіттен сырдығынан ұрағының күрімлер тулалы рәйгелек болан, сақалды итағалы құт сүр алты ғытын бар жануғар еңерер ұраты жауырдақ. Алғыс ғытар кәмегер айылғалын стимнеспет күлім түгенін, қарағар көстен кәдір қартығыналары бұл ұрғыдарығар көрдірір. Бәрін айығыттағы еқсетім арчылан, ұрағатчылан, үлілерігер ұлпыт сүрақты әбіт белейлерін, үлі қарақпынан көрбіппін оны. Бұ күрдің бағылықтар жекергені таптал иілерген жол бігігі лоқсуяр. Илля ғыл аға бағылығын, мұндыр әхәдін, сақын ұротын білінейден ұлбұт құдығынек Федор Павлов олығын кен толқуын қартыналары кәпсейділер. Саңа күтіс бұт көрәтшілер бітігер үті чәбдік ұрасырды қасырданы бағары бұд. Жә Саха телевидениетін бейін 2 сезонын көрсенірі біт. Номыны үптені біт сияққа. Онтон жә саңа дейін тұл бұл қас бітік көрәтшігі білін тұрын тұл қары сырдығы ұрағы оны жектіні кәрені әрімдерер тұл болуқтақ. Оны оқа жә Саха телевидениетігер бұл саңа үмет бейін 2 сезонға тұл ұларайлар бағаларын, тұл саңа берейлер, саңа бұланлар, тұрымлар бағаларын білері бігі бүгін әрдіхіп үрдіп бұйытынан үңірді бұд. Саха телевидениетін берейлерін бұланын үркен салай әтшітін Елизавета Егорованы. Елизавета, ехот ехасырды болуқтың. Саңа
сезон муттунан көрөтчүлөр бир кепсиарин тиен келдим. Анан көрөтчүлөр битин бу саңа күнүнөн онна саңа телевизионный сезон арылыбытынан истиңнеге ардылыбин. Bu sezon aralığıdan köreççiler bir kurduk bir higi dilibiydin yevet ülehettere olus küyüteliler. Ol kurduk bu bir kasılayı sana sezonu görsel bitiyor bu kurduk. Aha, bunu görüyor konsept. Bu anlık gereken cühünler setka vişaniye diyen kas kanal ayı dokumen onurum belemliyibit. Dağıtan yeter bu lakamanlık setkanı bir higi sılgı üstten orabut. Ol kurduk balağanı yıttan aksın yiga deri, toksun yıttan besi yiga deri, onu besi yıttan sayıngı setka deyensek. Önce bu oluq araç gereken günün oyulamıt körüyor. Kaçoy bayi setka olgunan baran elbek ületten taksar bollağa di. Önce bir bu yılgı setka bütün olan kördük bütüne. Bir higi toq sana beriler, toq sana kildehekten var buluqtıray. Şöy bu yılgı setkağa bolırın kurduk emye. Sana kiriler bağlılar. Cinginden bu setka torumun beğe kitinçe 11 sıla qonur buput. Sürbetiye çastak efirge taksar bitigar. Ona sağa kördörü hitnere kampaniyetin, televideniyetin ületin. Ona hette çastka da harar bitir onur buput. Ona ol setka bütün qasılayı sanardan, eben, tupsaran ihebit. Ol kurduk bu yılgı berige sana beriler diyen bir attır bit. Bu manlık hasardağını künüskü ondaki hani. Tuğ ağız beriler rubrikatör daradiyen bar bolla. Ol onunla ne propustite glavnaya, onunla olaq öhüger diyen bu sana beriler kiren berdiler. Ol ki hani prime'a 19-30 jaska köretçiler bit. Qas günayı üle künüger. Көрүүктөрө бу берини. Ону тагынан алтынны иттен сакалы тыллак сериал бар болууга. Ол сюрприз, ону элбактык арыйбап кетсебеп. Күтүү кайга чоно алтынны гадигин сериал. Катерина Григорьева тар теле очерк деген абыз сага берите бар болууга. Ону тагынан беги ытык састак жондор бутугар аналлар кел, олор сеherге ехтен бери Елена Миронова урут ытаджыт беритин саңардан экистиннан бу саңа бери ага сефир бар болууга бу манна хастак жондор бутугар дробелларын тупсараллары гар бу саңа лукамытынан кинилер гаджеттер туттарга үйрөтти раз рубрикалар бар болуптурени онна саңа бериден из сүрөктөн Георгий Белоусов ытар берите бар болууга саңа берилер бититтен хити курдук. Onda bu beriler isteriger barılırgar ular iyi kirer, sana rubrikalar bar boluqtara. Onun ıdaçılar da kirem deyirler. Sana ıdaçılar da kirektere, onun köretçüt beyde kören hınalığa diyenirin. Kayandağını ce köyden ketehen körüyok büt. Ondan bir hige bu beri bütün çöpçü eten ardaqa bir hige me barı bir tuspa kolbağık bollu bütti. Bu ha bir hige tuspa redakciya derilini butunun ime kırgası yahtan ahıqa köretçüle bütiger. Şöp, iti emeye ular iyi bıhıtınan bir hige attı büt. Toğdi teqe tettimdi ahağız efirdar, sarsırda. Күнүскү праймга, оны кеңге праймга туруп турады. Олата бу көрөтчү бит хөтөрбекке кенине дилага бийдере бу берини көрбөккө. Мен телевизор бу участка колбатык буну хаңга күнгерин тийекпин сөп. Манды кыйдык берекпин сөптен. 12 өтүп көчүген бу сирге жиз прекрасный бериге эрием мен манды кыйдык берекпин сөп, манды сөбөн ылыкпин сөп. Эдеттен билер курдук оңорбулак. Эдеттен билер оны бигини хөтөрбек кылтын манды оңолунда. Оны бу кеге общественно-политический берилер бит то сетка тыгар бу эпитим курдук икки хаңга бери киремеди. Бу мен ага сефир болу. Жа кырджык таганы элбагы эренлерер олус үгүс үлелер түбүктер саңа сиз умут сагаланбы дебит. Онтон эн бен туспен бу саха телевидентер ка сиз умут көрсөнөр аны. Мен манна 19 сезон мун көрсөнөрбин. Рапт эхил үбүлөдөх сул болу. Аны 19 жыл 96 жылда кулел келбитим. Өрөк редакция тыгыр режиссёрун үлел келбитим. Онтон Сергелях студия төрүлөлөбитим. Онтон бу службага келбитим 2-нчи кысылак. Же оттон эн ханагар билген отто этергетлы идети бит профессионал болор болган ди телевидение кетер маңна келген лебекин опыттак кей болган анан эн ханыр кар токуйдан көрдөккө саха кихите телевидениятан бүгүн түгү кетерей. Аныгы сүрбө бири сүйө саха кихите жакка.
Бихикенди кемге нахал бахты коруюннар гаджабыт. Телевидение радио күннәре ден, олын нахжан бебе көрәтчілер битен кытты көрсөбіт, кепсете бит. Онна күн ай керетте телефоннан білсел робот сеп, онна ағыр бұлымтан тиен әриен келелдер. Қағымда қарақта абатық жыннар бұд Елизавета Эдуардовна эндо денлер әриенлер соғыта атчылар. Онна бұ берігі бұ маңдық барда, бұ нахан тирейіней. Ден эбетер болу бу манны көрдөр бүкү тотчу да уакты ден этчилер эмне баалар се. Онун сака көрөтчүтө хороктор этелдер то хасырдатын кеңге дери концерт көрдөр бүкү тийди. Хороктор этелдер то баянай үстү төттү бери көрдөр бүкү тийден. Онун болор кага хоксе. То детекке бу сеткөңө хулуту бете туспа бравлалар да. Биги көрөтчү бүт туунан сахнан аттарын турорабыт. Холы бары хасыр бартын хабаргына. Бары саха бартын. Бүтүн кыржагыз кей хадири бул. Онду хабаргына ол онна олок эгете кең бол, араңата кең олиген бартын кабан бартын көрдөрөр курдук сыллак үлелиел робот. Биги көрөтчү бүт түргенди көрдүндө. Топ бар болар мероприятиялар бартын агыстык толоруктук онна түргенниктердер хоруктаг үлелиел робот олиген. Чөлөтө кооперативнайдык. А кооперативнайдык олиген саха көрөтчүдө мен ханатык кына бу сеткатында көстөрүн курдук. Бар информацияны толорту кылалар дегени. Же, олус шөйөпөт болла, аны каттан көрөчүлөр бидер түгөндөн тухана мактаны хайын бугурдук же эй болгом толоктук көрөнгүт, она бихе кайда кайдар турум сол арен берер курдук болактар ди. Онтен бу амбастан үлели келбит сылгар, она бу быйылгы жылдын айтакка бирлен турун улары исим кем болукта. Наха улакын улары йылар мен үлели келер бир алтары частак солор дебит. Онтон 12 частак сагат дебиттер, 12 частка сет көңөр бупут, онтон 16 частак сагат дебиттер. Онтон 24 частак сагат, онтон улак таган 2 каналдан таксар болду. Онтон улары бу гылларга наха улакын улары барда ну көрөтчү белетир. Онна мактанып кетти. Же Елизавета эха бүгүн хасырда бутун бегинин бирге халап кыристиңдик мактанабыт. Букурдук оттон тибитте ойлогат эха ситихилер онна этергедли макталлах көрөтчүлөрү агалатырдын жакка. Мактан барым. Же кинди көрөтчүлөр бе дити курдук этен ахардыбыт биги бери битигер биги бери битерлери болот да. Саха телевидение тыгар саңа сезон саңа сезон сагаланына аны көтөрө берилерге улар йыллар уанна саңа ытаачылар саңа серейдер бар болулар. Аны окуу мен билген саңа күн бери нучалы тылынан таксар блогун ытаачытын Наталья Дмитриеваны көрсөргө ыңырабын. Далее яха отуми көрөтчүлөр бүн көтөрө раха бир айдыгыкка уанна Натальяга тылы берекка. Спасибо за приятные пожелания. Будьте с нами на канале НВК Саха. Встретимся после небольшой паузы. Доброе утро! И мы спешим сообщить, что комплекс «Готов к труду и обороне» снова возобновил свою деятельность. О том, какие испытания пришлось преодолеть нашим якутянам, расскажут гости нашей студии Александр Чугунов, специалист по маркетингу управления физкультуры и массового спорта, и Марина Данилова, ведущий специалист Министерства экономики. Доброе утро! Здравствуйте. Александр, а комплекс ГТО – добровольная ли это программа? В данное время комплекс ГТО, оно как добровольное, но постепенно, возможно, будут разработаны такие механизмы, чтобы ну, как-то мотивировать, стимулировать население. И, значит, работодатель, министерство, ведомство будут как-то действительно... А вот я смотрю, вы принесли с собой значок. Это значок как, что означает? За что вы выдают? Это золотой знак отличия комплекса ГТО, выполненный и полученный учеником Табагинской средней школы в рамках фестиваля ГТО, проходившего в городе Белгороде. Спиридонов Юра выполнил нормативы ГТО на золотой знак отличия в третьей ступени. Третья ступень – это школьники в возрасте 11-12 лет. Ничего себе. А я слышала, что, Марина, у вас тоже есть вот, такая, вот такой вот золотой значок. Расскажите, что побудило вас принять участие в комплексе ГТО? Ну, хотелось узнать свои физические возможности, чтобы узнать свои какие-то... к чему стремиться, какие есть недочеты. Далее.
Понятно. А Александр, может, вы тогда нам расскажете, какие еще существуют дисциплины, ну, и которые включены в ГТО? Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО включает в себя испытания в таких видах, как сила, гибкость, быстрота, выносливость и знания и умения в области физкультуры и спорта. Угу. А давайте мы попробуем испытать вас. Да, давайте. Я не против, конечно же. Сегодня, правда, я еще не разминалась. Давайте проверим вашу гибкость в испытании наклон вперед в положении стоя. Угу. Вот. Прямо наклоняться так, да? Да, ноги не сгибаем в коленях и выполняем наклон вперед. Можно вот несколько раз попробовать, ага. Значит, и зафиксировать на секунды две. Ага. Вот. Ой-ой-ой, что-то тяжело идет. Да, 15 сантиметров. И как? Отлично. Что это за результат? Да. Прошла ли я нормы ГТО? В вашем возрасте, в соответствии с вашей ступенью, это 15 сантиметров соответствует золотому знаку отличия. Соответствует? Ничего себе. А я даже никогда и не задумывалась о том, чтобы пройти нормы ГТО. А может, вы расскажете нам, с какими трудностями столкнулись наши якутяне? Что было для них самым тяжелым? На днях, значит, мы проводили в течение недели декаду ГТО среди государственных служащих республики. Проводили такие испытания, которые вот, наиболее, скажем так, население подготовлено. Наши чиновники смогли бы выполнить более или менее успешно. То есть это испытания на быстроту, на силу, на гибкость. А на силу какие испытания были? На силу, значит, вот мы проводили испытания для мужчин. Это подтягивание на высокой перекладине или рывок гири 16 килограмм. Ой, ничего себе. Для женщин, для девушек тоже? Нет, для девушек это сгибание и разгибание рук в упоре лежа. В народе отжимание. Отжимание. Марина, а как вам отжимание? Прошлись по душе? Очень трудное испытание. Не очень. Не очень, да? Да, надо еще над этим работать. А сейчас, может, рискнем и попробуем у нас в студии прямо отжаться. У нас даже есть коврики. Давайте попробуем. Вот если честно, у меня тоже не очень хорошо это все получается, но я бы хотела узнать, как это правильно делать, так что... Давайте примем исходное положение. В упоре лежа туловище держим прямо. Прямо, да? Ага. И руки на ширине плеч. Ой-ой-ой, мне уже тяжело. А, можно выполнять. Ага. А насколько сильно мы должны нагибаться? Да. Спускаем. Ой, Марина, да. Как вы себя чувствуете? Опускаем тело до уровня 5 сантиметров. 5 сантиметров? А это уже 5 сантиметров? Нет. Нет. Да, к сожалению. Ой, нет. Давайте вы лучше нам расскажете, как нам привести себя в порядок и все-таки справиться с этим сложным заданием. Возможно, это слабые мышцы спины или что-то? Да, безусловно. Комплекс вообще разрабатывался целью того, чтобы подтянуть население. Безусловно, испытания, они обычному человеку, который, скажем так, не занимается никаким-либо видом спорта, должно быть... как говорится, не под силу выполнить упражнение. Вот в данном случае вот упражнение на силу, основная масса населения, которая проводилась, приходила, как говорится, испытать себя, не справилась. Ввиду того, что комплекс, он, как говорится, казалось бы, легким, но... А сколько вот времени нужно для того, чтобы подготовиться к сдаче комплекса ГТО? Вот, например, таким девушкам, как мы с Мариной. Это индивидуально. Индивидуально, да. Да. Ну вот, допустим, сейчас мы даже 3 раза не смогли отжаться. Что нам нужно делать? Может быть, разрабатывать какие-то группы мышц? Это все-таки слабые руки или мышцы спины? Это все в комплексе. Это все в комплексе, да? Угу, понятно. А вот, Марина, как вы справились с другими дисциплинами? Может быть, это подтолкнуло вас заняться спортом? Ну, в целом результатами я довольна. Вот. Отжимания, конечно, стимулируют меня к дальнейшим занятиям спортом. Только с отжиманиями не справились? Только с отжиманиями, да. Остальное все хорошо. А что понравилось?
Ну, в целом вообще по возможности вот сдачи этого ГТО и проверки себя все понравилось. Организация была хорошая. Да, понятно. А вот вообще вы занимаетесь каким-то видом спорта или для вас это было что-то вот спонтанное? То есть вы целенаправленно готовились? Нет, целенаправленно я не готовилась к сдаче ГТО. И, ну, видами спорта я конкретным каким-то не занимаюсь. А так стараюсь ходить на фитнес и поддерживать себя в форме. Понятно. А, Александр, расскажите, а только в городе Якутске можно сдать нормы ГТО? Или в каких-то УЗах еще есть точки, где вот люди могут прийти и записаться, сдать? Да, конечно. По всей России, в том числе в нашей республике, действуют сейчас уже центры тестирования. Они будут поделены по районам. То есть вот центральные улусы и город Якутск непосредственно сейчас будут охватывать центр тестирования республиканский на базе ЦФУ. Ничего себе. А вот значки тоже будут, которые вы нам показали, они будут вручаться всем желающим, ну, всем, кто выиграл, или это все-таки ограниченное какое-то количество, эксклюзив только для первого года? Сейчас в 2015 и 2016 году значки, выполнившие нормативы комплекса ГТО, присваиваются ученикам общеобразовательных учреждений с 1 по 5 ступени, то есть с 6 до 15 лет. А, ну то есть получается есть возрастные ограничения, а вот по здоровью есть ли какие-то поблажки, вот допустим для инвалидов, может для людей, у которых есть проблемы со спиной? К сожалению, пока правительством и Министерством спорта России не разработаны, как говорится, нет таких рекомендательных актов, чтобы привлекать инвалидов или людей, скажем так, с ограниченными возможностями. Сейчас допускается к выполнению комплекса только люди, как говорится, хорошо. Здоровые. Все, спасибо большое за беседу. Оказывается, это не так легко сдать нормы ГТО, но мы с Мариной будем дальше тренироваться. Призываю вас всех заниматься спортом и стать участниками комплекса ГТО. Продолжаем тему бодрого утра. Оказывается, фитнесом можно заниматься прямо в офисе. Тренер Сардана Михайлова подготовила упражнения специально для тех, у кого нет времени выходить в спортивный зал. Смотрим сюжет и запоминаем движение. Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня мы начнем быстрый фитнес в офисе. И сейчас уже упражнение на скручивание. Сидя на стуле, поворачиваемся вправо, скручивая позвоночник. 30 секунд. В другую сторону. Тоже 30 секунд. Дыхание свободное. В другую сторону. 30 секунд. Следующее упражнение выполняется у стены. Присев, замираем на 1 минуту, пожалуйста. В коленном суставе 90 градусов, руки вытянуты, дыхание свободное, не зажимаемся. Это, когда выполняешь это упражнение в первый раз, это довольно-таки сложно. Фиксируем 1 минуту. Дыхание глубокое, свободное, не зажимаемся. На этом все, дорогие друзья. Быстрый фитнес даст вам возможность улучшить свое самочувствие, результат работы улучшить и здоровье.
С вами программа «Новый день», но мы продолжаем свой выпуск. Оставайтесь с нами, и вы узнаете, легко ли быть современным пожарным. Также мы поговорим с нашими утренними гостями об открытии нового павильона НВК «Саха». А сейчас рекламная пауза. Наступила золотая осень. Позади остался сезон отпусков и каникул. В самом разгаре сезон урожая. Ну а у нас отличная новость. Наши якутские агрономы вывели новый сорт гороха. Подробности об этом событии из уст нашего корреспондента Надежды Кияшко. Пока у этого сорта кормового гороха нет названия, только номерной знак КМ-2. Но в скором времени после передачи и прохождения государственного сортоиспытания он получит свое имя. В нашей лаборатории работал Конюхов Глеб Иванович. Это его кропотливая работа. Вывел новый сорт гороха. И посредством молодого сотрудника Неустроева Алексея Николаевича вот заложен, значит, новый агротехнический опыт, на котором мы сейчас находимся. Была разработана модель сорта. Раньше завозили сорта без усы, значит, гороха. А нынче вот вывели такие сорта, которые с усами. Которые, из-за чего эти усики нужны? Они, чтобы поддерживали травостой гороха, чтобы он не полегал при комбайновой уборке. По словам селекционера, в работу по выведению нового сорта кормового гороха ввели около 6 лет. Сейчас исследования выходят на финишную прямую, проводится агротехника, то есть наблюдение и расчет оптимального срока посева. Здесь, значит, определены сроки майские, но оптимальный срок – это июнь. Вот установленные сроки июня, ну, чтобы созрел, да, и на зеленую массу в основном. А если вот на семена, то пораньше. Пораньше, ранние сроки рекомендуются, и поэтому вот на этом опыте изучается еще лучше, какой же оптимальный срок подходит для условий Якутии. Когда наша съемочная группа побывала на поле лаборатории, нам удалось попробовать селекционный сорт гороха. Он оказался очень вкусным. Если бы было производство, вот Глеб Иванович мечтал еще зеленый горошек. Было бы производство, могли бы собственно якутский зеленый горошек. Консервного завода нет. Да и в настоящее время, несмотря на свои отличные вкусовые качества, горох выведен для кормовой промышленности, как белковая добавка в корма крупному рогатому скоту. Еще одно кормовое растение, но уже съедобное только для животных, выведено селекционерами НИИ. Это кострец безостый, неприхотливое растение, произрастает на любых видах почв. И что самое главное, несмотря на многолетность, зимостойкое. Наш новый сорт Эркиани, мы тоже подали его, он прошел эти испытания. Сейчас он районирован, включен в госреестр селекционных достижений России. И поэтому мы его взяли уже с прошлого года как за стандарт. Используется в основном на сенокосные угодья, да, и на пастбище. Мы также поставили цель. Знаете, что якутский скот, лошади, они тебенюются, зимой нужен подножный корм. И на эту проблему мы обратили внимание и создали такой же вот сорт, устойчивый к тебенёвке лошадей. То есть устойчивый к зимнему стравливанию для вот лошадей. Достижения в работе у сотрудников НИИ сельского хозяйства весомые. Но, как говорят сами ученые, совершенствованию селекционного процесса нет предела. Все профессии нужны, все профессии важны. Кто же такой рядовой пожарный, спасатель-герой или простой человек, готовый в любую минуту прийти на помощь, в сюжете нашего корреспондента Артура Габышева. Многие в детстве мечтали стать космонавтами, милиционерами, а я хотел стать пожарным. И сегодня у меня появилась возможность примерить на себя эту профессию. Работа пожарного предусматривает быстрое реагирование, оперативность и безопасность. При поступлении звонка на горячую линию далее идет вызов ближайшего отделения пожарной охраны на предположительно горящий объект. Работа сложная, напряженная, связана с риском для здоровья, как для нас, так и для пострадавших.
Работу любим, иначе бы, наверное, не пошли сюда. Относимся с ответственностью. Ну, что еще можно сказать про нашу работу? Даже не знаю. А что другие люди говорят? Ну, сколько людей, столько и мнений. Кто-то хвалит, кто-то ругает. На наших глазах произошел реальный вызов. Пожарная экипировка надежная, но не на 100%. Абсолютная защита не гарантирована. Боевая одежда пожарного состоит из шлема, непосредственно костюма, ремня, сапог и крак. В свободное время сотрудники пожарной службы занимаются физкультурой, сдачей нормативов по пожаротушению и надеванию снаряжения, а также теоретической подготовкой. Занятие номер 9. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. Мы решили проверить на себе, так ли это просто – работать пожарным. Норматив составляет 45 секунд с момента начала тревоги. Посмотрим, за сколько я успею одеться. Это не так-то просто, как кажется. Вот так все это и происходит. Рядовой Габышев, я? К разработке норматива приступить? Есть. Блин. Иди сюда. Это займет целую вечность, чувствую. Я с непривычки. Все, бросаем. Дом горит. Беги. Ну вот так вот это делается. Так они и тушат дома. Сотрудники пожарной охраны каждый день рискуют жизнью, спасая людей. И это их выбор и призвание. Работа в пожарной охране не такая уж и легкая, как описывается в фильмах, в мультсериалах или в комиксах. В комиксах есть супергерои, которые обладают сверхспособностями, но, как говорится, супергероем можно стать и без сверхспособностей. Этим и обладает пожарная охрана. Стать сотрудником пожарной охраны может практически каждый. Главное – это физические показатели и умение работать в команде. Ну, сейчас соберут ребята. Для НВК «Саха» осень означает начало нового телевизионного сезона. Вас, дорогие телезрители, ожидают не только интересные герои, новые лица и самые последние сюжеты, но и современный новый павильон НВК «Саха». Об этом событии сейчас нам расскажут гости студии Андрей Викторович Крумин, заместитель директора технической дирекции НВК «Саха», и Эдуард Алексеевич Таюрский, начальник отдела аппаратно-студийного комплекса. Доброе утро! Здорово. 21 сентября состоится долгожданное открытие нового студийного комплекса. Наверняка этого поколения ждали многие журналисты. А что вы чувствуете, Андрей Викторович? Ну, пока, по правде говоря, кроме забот, особо ничего не чувствую. Наверное, 21-го почувствуем. Вообще, конечно, это очень серьезное событие. Последний раз павильон вводили, если не ошибаюсь, в 63-м году. Это 52 года назад.
А в этом году еще это уникальная ситуация. Вообще павильон, сам по себе павильон, это сложное инженерное сооружение, это вентиляция, это вот система спецосвещения, вот эти рубашки все. Но самое важное, что самое интересное, что у нас сейчас вводится, это не только павильон, это еще аппаратная большая к нему, новая совершенно, которая может работать в стандарте High Definition, и еще и система, там полностью смонтированная система декораций, тоже интересных, современных декораций. Это вообще это очень редко бывает, чтобы весь комплекс сразу был построен, и еще и вот такой современный. Так что ничего это... себе. А Эдуард, может, раскроем нашим зрителям немножко телевизионной кухни и поподробнее расскажем о выдаче эфира в новом павильоне. Есть ли принципиальная разница? На мой взгляд, мы сейчас были у нас тренировки, и на мой взгляд, принципиально не отличается. А вопрос в легкости или сложности, то да, будет сложно, возможно, какой-то месяц, второй, потому что абсолютно это новая парадная, люди толком еще даже мебель не прочувствовали, потому что когда режиссер работает здесь, в этой аппаратной, с этим павильоном, он уже на телесном уровне уже знает, он уже с закрытыми глазами ориентируется в работе, так сказать. А здесь, в новом нашем павильоне, режиссер будет как слепой. Ему нужны будут помощники здесь, там, и я думаю, мы справимся. Ну а как вообще проходила подготовка? Все справились успешно? Ну, кто-то не прошел, на мой взгляд, кто-то неответственно подходил. Были очень такие скрупулезные режиссеры, которые приходили и смотрели, интересовались, задавали очень многие вопросы, на которые я с трудом отвечал, были вопросы, на которые вообще не отвечал. А те, кто, так сказать, у нас были тяжелые на подъем, мы их, я думаю, разгоним, и они у нас будут работать так же, как... Ну, хорошо. Андрей Викторович, наших зрителей наверняка интересует, как нововведения повлияют на появление новых интересных программ. Ну, вообще, да, павильон большой, мы о нем давно мечтали, о большом павильоне, потому что вот этот павильон, где мы сейчас с вами находимся, по существующей классификации, он относится к макетно-дикторской студии, и здесь по нормам, если я не ошибаюсь, по старым нормам, тут полагалось находиться 19 человек одновременно, включая там всех операторов, микрофонных операторов и всех прочих. Не так уж и много, да? Ну, совсем мало, но здесь я был свидетелем, когда здесь размещался симфонический оркестр на записи, поэтому мы давно мечтали о большом павильоне, о большем павильоне, о большом павильоне, где можно было бы проводить такие, ну, теперь это современные, такие интересные жанры. Это и концерты, конечно, это ток-шоу с большим количеством участников. Но я думаю, что нам этого в самом деле не хватало, такого павильона. А можно ли сказать, что работать в новом студийном павильоне будет легче и приятнее? Или все-таки вот технические трудности, они наших работников как-то, возможно, напугают? Уже напугали, потому что по техническим параметрам помещение очень большое, телевизионный павильон. И по первому времени люди, когда делали какие-то задумки в голове, они очень легко справлялись со своими мыслями. На практике оказалось то, что когда люди зашли в телевизионный павильон, они просто развели руками и не знали, что делать. А насколько павильон больше вот этого нашего? В три раза. Три раза? 300 квадратных метров, здесь 91, а там 300. Так что заметно. И когда, оказывается, ты получаешь в руки вот такое большое помещение, пространство такое большое, и до этого работая в маленьком, ты не знаешь, что делать с большим. И я думаю, мы полгода будем в голове каждый режиссер для себя вырабатывать новую какую-то систему, чтобы осваивать пространство, которое у нас есть. Да, пространство действительно большое. А что вы можете вот еще рассказать такого, что наших зрителей может удивить? Что их может порадовать? Ну, из такого, из принципиального, там, конечно, аппаратура для нас на самом деле новая. Она в принципе новая аппаратура. Это все равно, что пересаживаться с одного автомобиля на другой, на принципиально новый, другого поколения. Но эта аппаратура может работать в новом стандарте, в High Definition. Я думаю, постепенно мы будем переходить, ну, в обозримом будущем, не совсем постепенно, недолго, не много лет, будем переходить на новые стандарты. Конечно, там много, там камер больше, там
с другой стороны, там сложнее работать со светом, это надо учиться работать с таким пространством, свет использовать, количество светильников, там мощности большие, много там таких моментов. А вообще, конечно, самое главное, что это вот должны оценить, надеюсь, всю нашу совместную работу творческих, технических работников должны оценить наши телезрители. Мы не должны их разочаровать. Вообще, на самом деле, люди, которые помогали нам построить и ввести вот этот павильон, оснастить его, они, конечно, видимо, останутся в истории. Раз в 50 лет строится такая масштабная конструкция, оснащается она полностью, это, конечно, на самом деле, это вот, реально, это мы пишем историю. Когда будет 100-летие телевидения или там 75 лет, я думаю, что как раз вот это и будет вспоминаться. Кто что сделал и что вот сам по себе такой факт был. То есть, получается, это новый этап для якутского, для республиканского телевидения. И все стандарты соответствуют российским нормам мировым? Да, конечно. Именно так. Конечно. Да. Это есть... вообще-то событие не для республиканского телевидения, я думаю, что это для республики событие. А что бы вы хотели, может быть, пожелать своим коллегам, журналистам, которые работают вместе с вами, техническим работникам? Ну, коллегам, наверное, есть смысл пожелать не бояться. Вообще, в принципе, то, что один человек освоил, другой тоже освоить может. Поэтому, в принципе, бояться не надо, надо подходить так уверенно к этому делу. Ну, и я хочу пожелать всем постараться не разочаровать наши ожидания. Спасибо большое за очень интересную беседу. С нетерпением ждем открытия нового павильона. Наша программа подходит к концу. Помните, новый день – это всегда возможность открыть что-то новое в себе и в окружающем мире. Всем удачного и плодотворного дня!